очень тяжелая игра на тяжелом поле. Факел, понятное дело, что приноровился к нему достаточно быстро, все-таки не хозяев. Вот, и играли достаточно просто, но эта простота и эта сила как раз Факела сегодня была. И, в принципе, то давление, которое они оказывали, оно позволило с преимуществом провести всю игру. И, в принципе, для нас сегодня одно очко – это хороший результат, я считаю.